Надо этот кран привязать просто к чему-нибудь, да. Да, вот задание найти, как ее привязать его. Он делит на, получается, список, а? Разделенные пробелами, а? ТР – это начало строки, да? Да, ТР – начало строки, и ТД – это разделяет. И мы сделали стиль этой таблицы, цвет, 10 пикселей. Вот, допустим, если мы текст поменяем или добавим, допустим, раз, сохраним или запустим, то вот здесь есть. Потом можно, знаете, что сделать? Ага, вот этот текст вывести в поле ввода. Угу. Меняете в поле ввода. И чтобы там у вас в цикле оно менялось, ну... А, нет, это надо... Вот, один раз это выполняется, да? Это какой-то кнопки надо привязать, это какой-то кнопки. Угу. Потом следующий идет команда форма, система формы. Угу. Есть вводные данные, есть input, text, first name, value, input, то есть имя, фамилия. Здесь имя, фамилия можно вводить. Угу. Ну и кнопка, которая без этих, без действия. Вот здесь вот кнопка. Вот. Input, button без no action. Вот. Путем вот. Опять же, форму, то вот этот значок, который в правильный. Угу, добавлены, да. Да, добавлено, да, вот input 1, HTML, input 2, HTML, input. И его добавлять вот UDIF, форму. Саму форму. Да, вот эту форму так вот добавлять. Я вот полдня сидел, мучился, и вот наконец-то у меня время дошло, и я буквально час назад потом много чего научился. Потом по третьему примеру, по Canvas. Вот он опять HTML Canvas, вот переменную задали. Градиенты, ну стандартные. Градиент. Здесь меняешь в разных углах, вот это 150. Что сделать, градиент. Плавно меняется, да? Да, плавно меняется. Вот она уже здесь находится. На этой конве можно рисовать еще? Да, еще можно рисовать, конечно. Вот и canvas, это холст, canvas, это холст, а? Да, да, холст. А если, допустим, вот у меня до этого была загвоздка, я вот вроде canvas там ставил, она не проходила. Да, надо этот canvas, да, записать туда, да, куда-то. Да. Если вот, допустим, этот, то сейчас canvas еще нет. Опа. Нет, ну он не привязанный получится. Да, не привязанный был. Вот у меня вот запрос в этом.
Надо его куда-то вставить, да? Да, вот что помогает. Вот такие вот успехи на сегодня по нашему. Ну, поздравляю, скиньте пример в группу. И следующее задание, тогда вот все теги, которые уже были в хелпе, да? По всем примеры сделать надо, а? По всем примерам? Да. Потому что мы же это все будем использовать, и надо уметь создать это в Брайтоне. Я тогда жду. Спасибо. До свидания. До свидания.